Колорадо. Репутация юного босса Хантера Хоффмана... Вырубите питание. Под угрозой. Вырубай! Черт! Выключай все. Что случилось? Не включили вибросито. Его никто не включил, а Хантер начал подавать пески. Что, серьезно? Бог ты мой. Погано. Тут все забито. Мы начали работать, а я почему-то не заметил, что вибросито не врубили. Оно забилось. Не хочу об этом говорить, мне не нужны лишние проблемы. Он сыпал пески при выключенном вибросите. Поверить не могу, что это произошло. И теперь в промприборе 6 тонн песков. Хантер, почему ты его не включил? Не знаю. Надо было все перепроверить. Как можно было вообще на вибросито не глянуть, пока все включаешь? Не знаю, я занес ковш, думал, прибор работает. Он не сам собой врубается. Кто-то должен за это отвечать, мы тут не няньки. Суть в том, что это не должно было случиться.